Güllü Cagirova Danimarka'da yaşayır. Uzun müddətdir bizim an hərəkatının önəmli təsisçi üzvlərindəndir. Güllü xanım Danimarka'da tanınmış bir şəxsdir. Çox savadlı, dəyərli dostumuzdur və bizim yani, təşkilatımızın bir doğrudan da hər hamımız tərəfindən istədiyimiz, sevdiyimiz bir üzvümüzdür və Güllü xanım, sizə söz verir. Mən Güllü xanıma yenə bu, mən bir dəfə qeyd etmək istəyirəm. Mən də Güllü xanıma xahiş etmişdim ki, çıxışı rus dilində olsun, mümkündürsə. Amma ki, yəni ki, bu çıxış eyni zamanda Azərbaycan və İngilisində an hərəkatının səhifəsində deməli, təqdim olunacaq. Güllü xanım, xahiş edirəm. Çox sağ olun, Arif Bey. Və Arif Bey demişkən, mənim çıxışım İngilis dilində olacaq, amma Azərbaycan və İngilis versiyası olan Android Facebook səhifəsində tərcümə olacaq. Я приветствую уважаемых участников конференции и всех тех, кто следит за нами по интернету. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему для каждого народа и для каждого общества. Это роль женщин в обществе. В своей речи я хочу затронуть несколько проблем, которые непосредственно касаются женщин. Я подготовила вот такую PowerPoint. Я очень надеюсь, что ее будет видно. На экране ее видно и что будет ее видно на экранах у всех тех, кто следит за нами по интернету. Начнем с выборов. Всем хорошо известно, как проходят выборы в Азербайджане. Выборы тотально классифицируются. И причем эти классификации, они далеки за границами этически. К моему большому сожалению, классификация правящая партия ЯП в основном использует женщин. И эти женщины – это врачи, учителя и все те, кто работает в государственных учреждениях. А теперь зададим себе вопрос. Чему может научить женщина-учитель, и как будет воспитывать своих детей мать, которая подготовывает выборы, результаты выборов, которая по-воровски бросает в урну пачки бюллетеней, которая угрожает и ругает непристойными выражениями всех тех, кто противостоит фальсификациям на выборах. К сожалению, режим, используя женщин в своих грязных делах, в первую очередь ломает общество и губит будущее страны. Вы помните, наверняка, эту женщину, которую сейчас все видят на экране. Это всеобщеизвестная Ахлус Мельме. И видео с ее, мягко говоря, нападками в адрес журналиста «Радио Свобода» Азадлых, пытающегося предотвратить фальсификацию на выборах, до сих пор помнит каждый азербайджанец. Честно говоря, впервые, когда я увидела видео, я подумала, что эту учительницу, Ахуз Нальме, даже ее трудно назвать Нальме, ее снимут с работы. Но каково же было мое удивление, когда ее не только уволили с работы, но ей присвоили звание заслуженного учителя. Завтра ученики Ахуз Мельме вырастут и, ссылаясь на логику властей, станут на стороне лжи и несправедливости. Ведь этому научил их педагог. В чем я вижу выход из сложившейся ситуации? В Азербайджане есть такое словосочетание «Иштимаи гнах», что на русском означает «общественное осуждение». Именно тотальное общественное осуждение лиц, участвующих в фальсификациях, с указанием имен и места работы, может стать примером для всех других, чтобы не совершать такого вида поступки. Было бы хорошо взять интервью у коллег, провинившихся, например, у коллег той же Ахуз Мельме, и спросить, что они думают насчет того, что она сделала. Еще лучше было бы взять интервью и сделать опрос среди родителей, детей, которые учатся у этих учителей,
и спросить, как они доверяют своих детей таким учителям. Надо показать провинившейся особе всю абсурдность того, что она делает. То есть протестом в таких случаях будет являться осуждение. Канаиван. И сделать это осуждение как можно общественным. В Дании очень распространены различные виды мирных протестов. И на моей фейсбуковской странице каждый может прочесть о различных видах этих протестов. И они все опубликованы на моей странице с грифом «А у нас в Дании». Так вот, именно эта форма мирных протестов, она очень применима и для Азербайджана. У нас очень много молодежи, которые могут, кстати, прийти к этим идеям. И они также употребляют эти идеи мирных протестов. И вот поверьте, именно вот использование таких тотальных мирных протестов заставит всех учителей, врачей и работников госучреждений задуматься, а стоит ли нарушать закон в следующий раз. Перейду ко второй части своего доклада. Как-то недавно по Фейсбуку я увидела видео, где одна женщина, мать-педагог, возмущалась своим социальным положением. Она говорила, что у жены чиновника есть шуба, что у жены чиновника есть возможность уезжать несколько раз в год за границу на отдых. И она искренне сожалела то, что у нее всего этого нет. У нее нет ни шубы и нет возможности ехать за границу. Первое, что мне пришло в голову, а где ее приоритеты? Она как мать, как азербайджанка, должна в первую очередь думать о оккупированных азербайджанских землях. Как мать, она должна думать, почему ее дети получают некачественное образование в школах и в университетах. Она как педагог сама должна была требовать у правительства прекрасное оборудование для школ, чтобы было ей легче преподавать в классах. Женщина, мать-педагог, она говорила о шубе и отдыхе за границей. Это же абсурд. Это абсурд в моих глазах, во всяком случае. Какие же приоритеты у современной азербайджанской женщины? Где ее инстинкт материнства, где ее женский инстинкт? Почему она ставит второстепенное выше первостепенного? Я не часто смотрю российские или азербайджанские каналы, практически вообще их не смотрю, но перед Новым годом случайно включила российский канал и наткнулась на передачу «Лучше всех». Я не знаю, вы смотрите, но я на самом деле подсела на эту программу сейчас. Но суть этой программы в том, что дети с почти всех постсоветских стран съезжаются в Москву, и дети с необыкновенными способностями, маленькие дети, играющие в шахматы на уровне гроссмейстера, дети, решающие с потрясающей памятью, дети, решающие сложнейшие физические и математические задания. Там есть дети, которые могут играть на различных музыкальных инструментах. К моему большому сожалению, я еще до сих пор не видела ни одного азербайджанского ребенка на этой передаче. Но вы, конечно, можете сказать, что наших азербайджанцев просто не пускают на российские каналы, но достаточно просто включить наши собственные родные азербайджанские каналы. Как много передач просветительских, интеллектуальных или типа «Лучше всех» вы можете видеть на наших каналах, вместо каналов. Их катастрофически мало. Почему-то наш азербайджанский ребенок очень красиво может танцевать, очень красиво может петь, но когда дело доходит до научных, да, интеллектуалов, к сожалению, интеллектуалов очень мало в Азербайджане. А ведь будущее страны у нас строится на интеллектуалов и на образованных людей. Еще в начале 20 века известный азербайджанский нефтепромышленник и меценат Гаджизейн Абдин Тагиев сказал, что нация, чьи матери не образованы, слепа.
Прекрасно понимаю, это он в 1901 году открыл первую женскую гимназию. Еще тогда Тагиев говорил, давая образование одному мальчику, можно получить одного образованного гражданина страны. А давая образование одной девочке, страна получает, общество получает образованную семью. Как будто бы столько лет прошло с тех пор, и ситуация с образованием в стране, и особенно среди женского населения страны, должно быть намного лучше, но, увы, у нас, к сожалению, идет за последние 30-40 лет идет деградация образования. Уровень образования снизился настолько, что катастрофически, то есть нет нормальных людей с хорошим образованием, именно с образованием, а не с дипломом. Коррупция среди образования настолько увеличилась, что любовь к образованию практически исчезла в Азербайджане. Иметь диплом на руках – это еще не означает образование. Это, скорее всего, престиж для каждого азербайджанского ребенка, и особенно для женщины. Это приданное. А причина всему только одна. Политический режим не заинтересован в образованной молодежи, которая, зная законодательство, свои права, сможет защищать себя от несправедливости. Ведь необразованной молодежью легче управлять. Как я вижу выход из сложившейся ситуации? Это проведение рутинной, то есть каждодневной просветительской работы, чтобы женщины поменяли свои приоритеты, чтобы женщины не боялись и не ленились заставлять своих детей получать качественное образование, чтобы женщины, расправив плечи, поверили в себя, осознали свою роль в обществе, осознали, что они матери и должны воспитывать достойных граждан своей страны. Главное – выдавить из себя боязнь. Главное – борьба за свои права и права своих детей. Так, как в начале прошлого века боролись наши бабушки, сбросив чадру, отстаивая свое право на образование, работу и общественную деятельность. Поэтому памятник освобожденной женщины был первой в моей презентации. Женщина сбрасывает свою чадру. Следующая проблема, о которой я хочу поговорить, это женщина-мать солдата, защитника Родины. В 1994 году Азербайджан и Армения подписали договор о прекращении огня. Прошло уже более 20 лет, но на линии фронта все так же, мы слышим, происходит столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. И погибают совсем юные солдаты с обеих сторон. Это случилось неделю там назад, 5 дней там назад. Опять шахиды, и мы, матери, все, конечно, против гибели наших детей. Но меня очень удивляет то, что почему матери в открытую не задают вопрос Министерству обороны. Почему они не задают вопрос, а разве защита земель – это приоритет лишь малоимущих семей? Где же дети высокопоставленных чиновников, министров? Где они вообще? Они в Азербайджане или за пределами? К сожалению, ситуация в армии сейчас особо отягощается дедовщиной. Условия настолько тяжелы в армии, что очень многие солдаты совершают суицид или погибают от рук своих сослуживцев. Мне очень больно видеть то, что очень мало солдатских матерей требуют у Министерства обороны страны и главнокомандующего азербайджанской армии разбирательства смертей своих сыновей. К сожалению, ведь именно солдатские матери имеют полное право знать, зачем и из-за кого погибли их сыновья. К сожалению, многие вынуждены молчать. Может быть, из-за страха, а может быть, из-за всех совсем других причин. Буквально две недели
годом назад просторы интернета заполнили новости с последующими аудио и видеозаписями, где доблестная азербайджанская, доблестная, конечно, в кавычках, азербайджанская полиция взяла в заложники родственников известного блогера, проживающего в Голландии, Ордухана Темирхана. Среди его родственников было 4 сестры, племянница и ее 2-летний ребенок. Полиция заставила сестер Ордухана позвонить к нему в Голландию, и эти душераздирающие голоса до сих пор стоят у меня в ушах. Полиция тем самым хотела добиться Ордухана, чтобы он перестал свою активную деятельность в просторах Фейсбука. Причем это действие, его деятельность направлена против авторитарного режима в стране. Женщина на Востоке всегда занимала и занимает особое место в обществе. И прикрываться женщинами в Азербайджане и на всем Востоке было позорно. Неделю назад Азербайджан отмечал 25-ю годовщину Халхо-Джалинской трагедии, где армянские оккупанты не жалели ни стариков, ни детей, ни женщин, убивали всех подряд. Так, скажите мне, видите ли вы разницу между армянскими оккупантами и доблестной азербайджанской полицией и нынешним режимом в Азербайджане? Вы, конечно, можете возразить мне, что Ходжалы находятся под оккупацией, как все остальные 20% наших территорий. Но у меня есть аргументы еще получше. Если 20% земель находятся под оккупацией армян, то 80% наших земель в Азербайджане находятся под оккупацией алиевского режима. И нынешнюю ситуацию можно запросто назвать гражданской войной. Как в ходжалинских событиях, у оккупантов есть оружие, а у жертв только мирные средства информации, такие как газета «Азаблы», «Санджах» и интернет-ТВ «Сакатмейдан ТВ», азербайджанца «Атай Туран ТВ». И на фотографии как раз вы видите, как полиция обращается с женщинами. У нас просто не принято, чтобы женщины обращались так грубо. Но я не хочу заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Потому что у нас в стране есть и другие примеры героических женщин. Было бы неправильно, если бы я в первую очередь не упомянула бы о первых политических заключенных женщинах современного Азербайджана. Современной Азербайджанской республики – это Лейлы Юнус и Хадиджи Исмаил. Обе женщины резко критиковали правящую партию и проводили просветительскую работу среди населения. Еще 1.5 года тому назад обе женщины входили в список до 20. Для тех, кто не знает, что такое список до 20, то это список, составленный официальным отделом по правам человека при Белом доме президента США. Они даже на своей странице написали, что это только 20 женщин из всех многих по всему миру, которых мы включили в этот список. Ко дню прав человека, к интернациональному дню прав человека в декабре 2015 года я сделала видео с фотографией списка 20, где я выступила и сказала, что мне очень больно и очень стыдно видеть сразу 2 женщин из Азербайджана в этом списке. И в то же время я была очень горда, что у Азербайджана есть такие женщины, и они могут служить примером всем остальным. Обе женщины, слава богу, сейчас на свободе, и благодаря протестам, которые были и внутри страны, и за рубежом. И обе женщины до сих пор работают, не покладая рук, для восстановления справедливости и демократии в Азербайджане. Вспомните жен политических заключенных по Нардаранскому делу. Над книгу супруги Фуада Гахраманды Зюблюд Янбур наложен арест. Она выпущена, но ее нигде нельзя найти в продаже. Вспомните супругу Тареха Багирзада Лейлу Ханум, как она отреагировала на известие о 20 годах лишения свободы. Пусть даже ему дадут пожизненный срок, но мы не предадим.
хотим наших идей, сказала она. А как не вспомнить мать молодого активиста, молодого фронтовика Эльвина Абдулаева, Зюльфию Ханум, и мать молодого активиста из движения НИДА, Ильяса Ибрагимова, Шуру Ханум. Оба молодых человека, и Эльвин, и Ильяс, они высоко эрудированы, с успешными показателями в университетах, где они учились. Они оба принципиальны и несгибаемы. Такими они стали благодаря своим матерям. Матери растили своих сыновей не для того, чтобы их засудили по ложным обвинениям. И несмотря на все несправедливости, они не заставляют своих сыновей отречься от своих принципов, чтобы попасть под амнистию. В чем выход ситуации? Нам всем, у кого нет даже политических заключенных среди родственников, мы должны показать свою поддержку этим семьям. В первую очередь моральную поддержку. Материальную, конечно, тоже нужна. Эти матери, эти жены, сестры, они не должны чувствовать, что они одни в обществе. Потому что наша поддержка даст им силы продолжать свою борьбу. И помните, только и только поддержка обществом семей политических заключенных и особое внимание им сплотит весь наш азербайджанский народ. Поддержка таких семей даст силы, бесстрашие и уверенность всему народу. А сильный и бесстрашный и уверенный в себе народ сумеет оказать отпор режиму. Благодарю всех за внимание.